вами Юсупова Дарья и новый выпуск программы «Детские вести». Через неделю лето, завтра день письменности и культуры, а сегодня день последних звонков. Обо всем этом подробно в нашем выпуске. Yeah! С этой самоизоляцией ничего не понятно. Вот раньше, каждый год 25 мая у выпускников 4, 9 и 11 классов был последний звонок. А в этом году? Как же ребята попрощаются со школой, не выходя из дома? Об этом в репортаже Вани Тимофеева. В этом году я заканчиваю начальную школу, и сегодня у меня должен быть так называемый выпускной. Но, похоже, выпускать нас никто не собирается, так же, как и впускать, потому что ворота в школу пока закрыты. Впрочем, в этом году нас не оставят на второй год. Прощаться с началкой мы будем так же, как и оканчивали ее, в режиме онлайн. Праздник последнего звонка – это, наверное, самый ожидаемый праздник для любого школьника. В этом году праздник тоже состоится, несмотря на всю ситуацию с пандемией и с ограничительными мерами. Но праздник состоится в новом дистанционном формате. Но больше всего не повезло тем, кто в этом году оканчивает школу. Похоже, они останутся без выпускного балла. А ведь для многих это особое событие в жизни. Некоторые его ждут даже с первого класса. Девушки заранее заказывают наряды. Юноши готовят смокинги и фраки. И куда они в этом году? От холодильника к компьютеру? Да уж, нам, выпускникам, вообще не повезло. Выпускной нас отменили, а последний звонок перенесли в онлайн-режим. Я даже не представляю, как это будет. А мы так 11 лет ждали того момента, когда перед нами пройдет маленькая первоклашка с колокольчиком, и нам объявят, вот он ваш, последний школьный звонок. Мы что, даже не станцуем вальс и не встретим рассвет? Помните бал Гарри Поттера, когда все танцуют, вы усиливаются, а теперь представьте, что все герои сидят перед экраном компьютеров, и что их ждет теперь? Поэтому мы надеемся, что вот это мероприятие, последний звонок, запомнится нашим ребятам не только тем, что мы находились в режиме такой самоизоляции, находились каждый у себя дома, но и запомнится своей красочностью, душевностью и тем человеческим теплом, который каждый из нас хочет им передать. Конечно, когда история с коронавирусом закончится, все выпускники смогут наверстать упущенное, собраться вместе и устроить себе настоящий выпускной бал. А пока остается утешать себя тем, что выпуск этого года будет поистине уникальный и незабываемый. Специально для детских новостей Иван Тимофеев. Славянской письменности и культуры. Посвящен он памяти Кирилла и Мефодия, создателей кириллицы, азбуки, которой мы сейчас с вами пользуемся. Только вот букв тогда было намного больше. Куда они делись? Расскажет Настя Богушевская. Тридцать три родных сестрицы на одной живут странице. Помните такую загадку? Конечно, это азбука. Некоторые ошибочно называют ее алфавитом, но это неверно. Слово «азбука» произошло от исторического названия двух ее первых букв – «аз» и «буки». Да-да, раньше у всех букв были свои имена, и из них можно было даже сложить целый рассказ. Еще почти у каждой буквы было свое числовое значение, и славяне пользовались ими вместо привычных нам цифр. Но главное ее достоинство было не в этом. Азбука, которой мы пользуемся, кириллица, она чрезвычайно точно передает особенности славянских языков, очень удобные для этого. Потому что, вот, скажем, германские народы, там, германские, которые латинскими буквами пользуются, им приходится, как в английском, там, несколько букв вообще не звучат, они пишутся, но они не звучат. Выучить азбуку раньше было делом непростым. Свои полные имена буквы потеряли только 100 лет назад, а до этого школьникам приходилось знать все их названия и значения наизусть. Сами представляете, чего им стоило писать без ошибок? Кстати, ученые утверждают, что наши ошибки в школьных диктантах имеют важнейшее значение для науки будущего. Ведь ошибаемся мы тогда, когда пишем так, как слышим.
По нашим ошибкам потомки смогут понять, как на самом деле звучала наша речь. Древняя азбука была устроена так, что у каждого звука была своя буква. Постепенно многие из них исчезли из букваря. Таких было 13, а из оставшихся 33 некоторые навсегда изменили свое значение. Раньше твердый знак назывался «е», а мягкий – «ель». Это были гласные буквы. Означали они невнятные звуки «о» и «е», например, как в слове «свиток» или «серьга». Со временем нужда в этих буквах отпала, а знаки остались. Вот и пришлось придумывать для них новый смысл. Читать на древнем славянском было ничуть не проще, чем писать. Пробелов тогда еще не придумали, и поэтому любой текст представлял собой одно бесконечное длинное слово. Когда знаки препинания появились, стало намного легче. Точка, малая точка, после нее предложение пишется с маленькой буквы, апостроф, титла и еще куча непонятных закорючек. Одно радует, строгих правил для их написания в старославянском языке нет. Главное – обозначить, где заканчивается предложение. Сегодня старославянская азбука используется только в церковных книгах и богослужениях, а современный язык продолжает развиваться. И кто знает, может, скоро из нашей азбуки пропадет еще какая-нибудь буква. Кстати, ученые полагают, что это буква «И». А вы как думаете? Специально для детских вестей Настя Богушевская. Мир на самоизоляции такого еще не было. Наверняка об этом напишут в учебниках будущего. Международная команда 200 решила также оставить свой след в этой истории. Смотрим! Правила самоизоляции в Ульяновске понемногу меняются, и это здорово. Согласитесь, уже надоело безвылазно торчать дома. Интересно, а как проводят время самоизоляции ребята в других городах России? Я дома делаю уроки. Я очень скучаю по своим подружкам. В гости ходить нельзя. Из-за карантина у нас закрыты все торговые центры, спортивные центры, общественные места или там салоны, но открытые магазины. И то в магазинах сейчас правила стали жестче, чем были в начале карантина. Коронавирус изменил жизнь не только российских ребят, но и их сверстников в других странах мира. Мы попросили наших международных корреспондентов рассказать, как им живется в режиме самоизоляции. Я бы сказала, что карантин мне живется не сладко. Мне трудно найти плюсы в нем. Потому что мне не очень нравится онлайн-обучение. Голова болит во время уроков, еще глючит иногда, многие проблемы. Я хочу сильно купаться на море, хочу веселиться, но из-за карантина все испортилось. Вот, живется мне не так хорошо сильно. Мы сидели дома уже целых 2 месяца. Мы скучали по нашим друзьям. И по дружке. И еще по школе. И по нашим учителям. Впрочем, есть и те ребята, которые сумели ситуацию с карантином использовать в своих интересах. Намного больше времени делать другие вещи. Например, у меня намного больше времени было читать, играть в Майнкрафт с друзьями, и я научилась играть на укулеле и рисовать в виртуальной реальности. Карантин мне очень нравится, потому что у меня есть очень много времени на пианино играть и с друзьями играть в Fortnite. Карантин я провожу, гуляю вот так на карантине, и смотрю мультики, и учитель мне звонит прямо домой. Но самый удивительный карантин, на наш взгляд, в Южной Корее. Все открыто. Открыты шопинг-центры, магазины, кафе, парикмахерские, но везде нужно носить маски. Единственное, что не открыто, это школа. Но мы делаем онлайн-школу. Всегда после онлайн-школы я иду играть с моими друзьями. Мы ездим на великах, на роликах, на скейтборде. Мы играем на площадках и в парке. Надеемся, скоро так будет и у нас. А пока, друзья, не теряем оптимизма. Когда коронавирус закончится, я пригласил всех моих друзей и сделаю тут большой
парти. Мои друзья будут очень рады меня видеть, а я их. Специально для детских вестей международная команда 200 и Ксения Хрусталева. Осталось всего одна неделя до лета. Это наше самое любимое время года. Как и у ребят из лаборатории мультфильмов. А вы его ждете? Исполнители песенки «Снежинка» на английском языке и мультипликаторы. Кристина Хайбукина, 6 лет. Злата Погодина, 6 лет. Художник-мультипликатор, воспитатель. Онищенко Юлия Владимировна. Монтаж и звукорежиссирование. Педагог по английскому языку. Чернова Вероника Олеговна. Когда заканчивается любимый фильм, хочется продолжения. Хорошо, что есть сериалы. Сегодня я бы хотела вам рассказать о таком сериале, как «Морские дьяволы». В этом сериале военные сражаются против преступников. Там есть очень захватывающие моменты, которые так и цепляют остаться и посмотреть его дальше. Недавно я посмотрела сериал «Пес 2». Обычно он идет по НТВ. Мне кажется, что этот сериал подойдет и понравится именно тем людям, которые любят расследования или детективы. Моим любимым сериалом на данный момент является «Сваты».
Они выпустили уже 6 сезонов, и за это время одна из главных героинь, Женя, менялась несколько раз. Совсем недавно я посмотрела сериал «Очень странные дела». В этом сериале рассказывается о группе мальчиков-подростков, которые в одну ночь встретили в лесу девочку, сбежавшую с научной лаборатории. В этом сериале рассказывается о их приключениях и о их жизни. Я посмотрела советский сериал «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Мне он очень понравился. В нем снимались лучшие актеры того времени. Я думаю, что вам он тоже понравится, и советую всем его посмотреть. Никакой карантин не должен отменить нам лето. Всем привет! Я ваш инструктор по погоде Глеб Шишов. Нельзя детям жить без свежего воздуха. И поэтому летом нужно отдыхать, гулять, расти и набираться сил. Это главное. Не бывайте в тех местах, где много народу. Соблюдайте дистанцию и не забывайте про маску. И что не менее важно, про кепку. Хорошего вам отдыха.